Петсон и Финдус – герои одноименной книжной серии шведского писателя Свена Нордквиста. История про старика-изобретателя и его друга, озорного котенка, любят взрослые дети многих стран мира. В небольших историях автор рассказывает об интересных встречах и необычных приключениях Петсона и Финдуса. Саровский драматический театр подготовил для маленьких зрителей спектакль про любимых героев. Одна из основных, наверное, тем, которую мы прям развили в спектакле, это воспитание. Но не в том плане, когда мы с назидательной точки смотрим на детей, а когда мы являемся для них личным примером. Потому что старик Петсон, в чем его уникальность, он из подручных материалов, там, всяких штук, может собрать что-то необыкновенное, что увлекает детей. Незамысловатый, наивный и добрый сюжет – отличительные черты сказки о Петсоне и Финдусе. Здесь есть место юмору и грусти, легкости и размышлениям о важных вещах. Поэтому спектакль будет интересен и взрослым. Те, кто будет внимательно смотреть, они увидят, что здесь трое взрослых и есть некий кот. В данном случае у нас его играет Лев Рустамов. Он как ребенок для них, для всех. И насколько дети бывают обаятельны. И вот эти трое в деревне, у которых уже давно там нет детей, скажем так, они учатся с ним заново общаться. Маленькие зрители тоже помогали в оформлении спектакля. Все желающие могли нарисовать рисунки, связанные с историей о Петсоне и Финдусе. Работы детей стали картинами в домике Петсона, а другие попали на афишу спектакля. Справки по телефону 9-83-83. Мероприятие без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.